18 апреля в Ореховой Зуеве состоялось торжественное открытие театрально-культурного центра на базе ДК «Текстильщиков». Этот центр пока без имени, но точно известно, что он стал первым в Восточном Подмосковье. На этой сцене будут выступать коллективы не только города и района, но и из других городов Московской области. Вот, сейчас мы, у нас уже переговоры прошли с несколькими театрами из Подмосковья, которые готовы выехать в Орехово-Зуево и дать, так сказать, свои премьеры. Также в планах открытие выставки современных художников разных стилей и жанров, выставки современной фотографии. Запланировано открытие арт-кафе, которое будет работать как творческий клуб. В театрально-культурном центре на постоянной основе будут функционировать вокальная и хореографическая театральная студия, студия изобразительного искусства, творческого развития и многое другое для всех возрастных категорий граждан. Отдельно бы я хотел бы сказать, поблагодарить руководство Орехово-Зуевского муниципального района за оказанную поддержку. Конкретно могу сказать Виктора Николаевича Сорокина, Дмитрия Александровича Щепина, Татьяну Валентиновну Москвину, и часть других людей, которые мне оказали содействие, поддержку и помощь в реализации данного проекта. ДК «Текстильщиков» преображается не только изнутри, но и снаружи. Сейчас здесь идут отделочные работы. Через 2 месяца Дом культуры предстанет перед жителями в своем новом виде.